Можно разбить часы, но нельзя остановить время. Оно неудержимо мчалось вперед. За 3 года гражданской войны жители Одессы потеряли счет властям и армиям, владевшим их городом. Отступай, к чертовой матери, забирай орудие! Отступай, ты куда, Прокофьич? Не слыхал разве, к чертовой матери! А снаряд куда? А куда хочешь? По адресу, указанному поручиком, вслед за армией временного правительства отправились армии центральных держав. Армии держав Антанты, белые армии Деникина, жовто-блакитные армии Петлюры и порожденная всем этим многоцветием черная воровская армия Мишки Япончика. Можно украсть часы, но все равно нельзя остановить время, тем более если часы хорошо заведены. Кража вокзальных часов прославила дотоле малоизвестного одесского вора Федьку Быка. Но Федька Бык не возгордился. В глубине души он отлично сознавал, что он вор бездарный, вор-неудачник. Только месяц спустя удалось Федьке Быку найти покупателя. Это был богатый чудак-англичанин, прибывший вместе с оккупантами. Он приобрел у Федьки бывшее одесское время всего за 3 галицийских талера. Но уже через полчаса власть в городе снова переменилась, и талеры потеряли всякую ценность. Федька Бык не знал и не мог тогда знать, что в эту минуту возле зеленого фургона эти 3 талера, полученные от продажи прошлого, помогут ему найти свое будущее. Не знал и я, тогда совсем еще желторотый гимназист, какое значение для всей моей жизни будут иметь эти 3 талера, и особенно тот человек, которому я их отдал. Есть! Кто есть? Те самые 3 талера, которые не хватало на книгу. С ума вы сошли. Власть меняется, а вы... Она менялась и будет меняться. А я уже 2 года ищу стихи футуристов. Ну, я прошу вас. Пожалуйста, ну что он стоит? Послушайте. Послушайте. Я вас умоляю. Я 2 года искал эту книгу. Держите деньги. Ну, лови! Но это не та книга! Ничего, читай эту, хлопче! Поскольку каждая уходящая власть почему-то считала своим долгом послать мимоходом выстрел другой в вокзальные часы, единственный, кто знал счет сменившимся властям, был городской часовщик. Но на этот раз даже он не мог сказать, сколько продержатся новые часы, ибо теперь в Одессе были 2 власти сразу. Рубежи враждующих государственных образований проходили по одной из центральных улиц, и за недостатком более фундаментальных были сооружены из временных материалов. Thank you.
наволочка. Две власти в одном городе. Это слишком даже для Одессы. Тем более, что и Деникин и Петлюра мне, откровенно говоря, не нравятся. Но большевики... О, нет, нет, Володя, это слишком лево. Слишком лево для меня. Идем, Володя. Прости, папа. Чем ты так увлекся, Владимир? Опять футуристы? Нет, Конан Дойль. Осторожнее упадешь. Будь сам осторожен. Уже граница. Помнишь, тебя здесь вчера обругали? Чистая случайность. В принципе, там довольно интеллигентные люди. Панасюк! Панасюк! Черт бы взял твоего батька! Где граница? Куда девалась государственная граница, я тебя спрашиваю? Да я сам ее ищу. Только что была здесь. Опять видно, какая-то разява оборвала. О, вот она проклятая. Ляжи крепче и смотри мне. Сам ты разява. Гляди вон на Деникинца, никто не обрывает. Так разве ж можно сравнивать, пан Сот? У нас граница что? Милая пенька, германский ирзац. А вот у них граница английский шпагат первого сорта. Но даже шпагат такого высокого сорта, как английский, не всегда может служить надежной гарантией. Это была первая оплеуха, полученная бывшим преподавателем мужских и женских гимназий Алексеем Петровичем Казаченко за всю его 60-летнюю жизнь. Эта оплеуха основательно укрепила его отрицательное отношение к власти Деникина. А ну пошли, пошли! Пахомов! Исправь границу. Я ушел по важному делу. Минут на 40. Слушаюсь, отбой! Папа! Как ты? Вторая пощечина, полученная моим отцом на исходе этой несчастной минуты его жизни, окончательно определила его отношение к Петлюре. И, кроме того, имела еще одно немаловажное следствие. Что с тобой, папа? Что с тобой? Ничего. Меня что-то сильно качнуло влево. Хоть позже пришли твои большевики. Ты серьезно? Боже мой. Возможно, да. Во всяком случае, нужна какая-то другая власть. Очень извиняюсь, граждане, дальше нельзя. В чем дело? Опасно для жизни. Ну, а что? Что здесь, собственно, происходит? Ничего особенного. Налет. Саша Червень идет. Он не любит свидетелей. Граждане, будьте так добры, не откажите в любезности, повернитесь мордами к стене. Не поворачиваться. Это может повредить вашему здоровью. Все в порядке, Саша. Кто они такие? Ничего особенного. Это же расклейщики афиш. Почти свои люди. Мы ж получаем с театра контрибуцию. Ну что ты стоишь, интеллигент вонючий? Клей! Послушай, как... Клей! Володечка. Не поворачиваться, а то ты будешь клеить последний раз в жизни. Ну вот тебе и третья власть в городе. Папа, ты знаешь, кто такой Сашка Червь? Я знаю одно. Среди моих учеников его не было. Это же самый страшный налетчик в Одессе. Какое мне дело до этого? Знаешь, каким приемом он стреляет? Не вынимая рук из карманов, через шинель, прямо в живот врагу. Не оборачивайся, слышишь? Не оборачивайся. Зачем оборачиваться? Шерлок Холмс никогда не оборачивался. Федька, пошли. Ты следил за мной? Господа граждане. Кто тебе велел следить за мной? Никто. Честное слово, никто. Просто мне показалось, что я узнал вас, господин поручик. Какой поручик? Он еще мальчик, Саша. Глупости. Я, кажется, учил вас не оставлять свидетелей. Не жалеть их, ибо они вас не пожалеют. Все. Отойди. Не надо, Саша. Отойди. Не надо, Саша. Нам пора, Сашенька. Старик уже не свидетель. Он уже потерпевший. Еще одно мокрое дело. Зачем? Ну пойдем, Сашенька, пойдем, моя любочка, пойдем.
Володя! На помощь! Помогите! Убили. Володя, сыночек мой, убили. Володя! Не тряси меня, не надо. Володя, ты жив? Володя, ты жив? Кажется. Он ранил тебя куда? В живот. Шерлок Холмс. Когда-нибудь верну ему эту пулю. Ты с ума сошел? Скорее, Володя, опять стреляют. Сумасшедший город, сумасшедшее время. Когда ж придут, наконец, большевики? Эй, что там случилось? Опять власть меняется? Нет, фургон украли, украли фургон. Вон там нейтральная зона, никакого тебе государственного строя. И вы по новой бежите туда быстро. Куди? Туди. Пропуск давай. Нема. Ну, якщо нема, то нельзя, йди обратно. Як нельзя, то не треба, піду обратно. На, бери. Нельзя догонят, убьют! А зачем ты этих коней воровал? Что с тебе холера взяла? Так разве удержишься? Ты посмотри, кони-то какие, огонь! Ты же обещал мне пошлюты не воровать! Стой! Ну, Маруся! Стой! Что тебя на том свете удержало? Сейчас же останови коней! Останови коней! Ты красавчик. Черви? Ты куда это девался? Чего кривишься? Не хочешь работать со мной с червнем? Много чести. Почему так? Да потому что у вас мокрые дела, я честный конокрад. Ну а что? Будешь работать со мной, понял? Перекиньте товар на его фургон. Не надо, червень. Все равно не пойду. Ну а это видал? А это видал? Работать он на тебя пойдет, а как же? Пусть на тебя черти в аду работает, я тебе за него глаза выцарапаю, бандюга проклятый! Ого, а это что такое? Ты глупо сделал, красавчик, ты женился? Да нет, сестричка. Ах, сестричка. О, а почему она такая у тебя сердитая? А ну, покажись. Ого, какой степной цветочек. Морской, морской цветочек. Они ж с дофиновки рыбаки. Не лезь в разговор. Очень хорошо, я на тебя женюсь. Как тебя зовут? Тьфу, ты еще и имени не знает, а уже женится. Чтоб тебе на ведьме лысой жениться. Жених нашелся. Вот они, мои коники! Вот. Детки, убьют! Убьют! Кого убьют, Володюшка? Нас или его? Кони, кони! Родные! Вот здесь будет спокойнее. В наше время, Владимир, самое лучшее переждать в хорошей подворотне. Пусти же, бандюга проклятый! Ой, кажется, мы попали не в ту подворотню, Владимир. Помогите! Пусти, качите. Пусти же, благородный! Это же женщина! Я прошу! Я требую, наконец! Отпусти ее! Ты жив? Володя! Скорей! Беги, белый молочка, беги! Скорей, Володя! Скорей!
этот раз действительно менялась власть и менялась уже навсегда. Но нелегко было молодой советской власти в ту голодную и холодную зиму 20-го года. Хотя и пришло новое время, но по ночам на улицах Одессы зимний ветер завывал по-старому. С той стороны кричат! По-моему, с той! По нашей с тобой милости теперь в Одессе со всех сторон кричат! Поехали! Боже мой! Ну что ж, полюбуйся, пожалуйста, пожалуйста. Прогнали мы единительный петлюр, а какие-то бандиты опять грабят на улице. Вот раздел. И ваш милиционер заодно. Полюбуйтесь, полюбуйтесь. Милиционера? Что же ты за милиционер такой? Черт бы твоего батька драл, если тебя самого раздели. А я не настоящий милиционер. Я только завтра стану милиционером. А сегодня только прибыл. По мобилизации? Ну да. Нас, рабочих разных заводов, прислали пополнять одесскую милицию. Я как раз шел на сборный пункт. Опять кого-то раздевают. Туда, где стреляли. Смотри же, сиди у тетки в Севериновке и носа не высовывай. Вот еще, боюсь этого человека. Да женится он на тебе. Силой женится. Я тогда знаю, что тебя зарежу, его зарежу, себя зарежу. Сереженька! Маруся. Ой, Сереженька, чтоб ты пропал. Опять уздечку носишь, чтоб ты пропал. Чтоб тебя громом убило. Откуда ты взялся на мою голову? Ну, Марусенька, Марусенька, не надо, Марусенька. Садись. Горе ты мое. Не на чему плакать, чтоб Марусенька. Чтоб тебя отчима не Смотри-ка, красавчик, давно я тебя не видал. А где твоя сестричка, степной цветочек? Опоздал ты. Вот минуту назад укатила. Куда? На село. Какое село? А кто его знает, какое придется. Будет вещи на продукты менять, время-то голодное. Скоро вернется. Когда все поменяет? Пусть скорее возвращается, а то и тебе придется поменять. Что? Эту жизнь на загробную. Спасибо вам, товарищи, за помощь! И чтобы долго не митинговать, чтобы сразу вам стало ясно, зачем вас мобилизовали в милицию, посмотрите! Вот товарищ ваш Шестаков. Без 5 минут милиционер, а его самого уже раздели! Но не все так весело, товарищи. Вот, полчаса назад нашли мы это на убитой работнице. Это оставил бандит, червень, деникинский офицер. Раньше был он просто налетчиком, а теперь стал политическим бандитом. Мстит трудовому народу, метки оставляет. Червень, бей его! Ну какой же это червень? Да эта книжка мне знакома. Смотрите. Сохранил. Ты что, комсомолец? Нет. Ну, твое еще впереди. Володя! Алексей Петрович, ведь это же ваш Володя. Где? Володя! Отойдите. Володя, что с тобой? Володя, что случилось? Что случилось, Володя? Отойдите же, вы затопчете следы. Только что здесь был сам червень. Вот такая морда, маленькие усики и шрам. Боже. Неужели, Володя, по следам можно определить, какие у человека усы или цвет лица? Гениально! По следам можно определить очень многое. Но в данном случае следы затоптаны. Просто я хорошо знаю черня в лицо. Ты знаешь черня, хлопче? Встречался с ним? Еще бы!
Я с ним еще встречусь. Володя, ты с ума сошел? Он хочет сводить с ним личные счеты. При чем тут личные счеты? Почему он до сих пор на свободе? Люди, освобожденные революцией, не должны погибать от руки убийц. Ты прав, хлопче. А уж если ты так думаешь, то лучше не трать слов, а иди-ка работать к нам в уголовный розыск. Может, из тебя с твоим стеклышком специалист получится, а? Конечно. Уголовный розыск не филологический факультет, о котором мы так мечтали. Давайте служить вместе, молодой товарищ. У нас теперь у обоих счеты с чернем. Вот так мы стали вместе на службу новой жизни. Бывший гимназист, никогда до этого всерьез о революции не думавший. И старый рабочий печатник, всю жизнь к революции стремившийся. Мы стали неразлучными друзьями и принципиальными противниками. Я придерживался классической теории сыскного дела, изложенной в сочинениях Конан Дойля о сыщике Шерлоке Холмсе. Виктор Прокофьевич считал, что индивидуалистические методы Шерлока Холмса должны уступить коллективным усилиям самого населения. Пока что нельзя было достаточно уверенно сказать, чей метод лучше, Шестакова или мой. Ясно было только одно, что гимназист намного превосходит старого рабочего в составлении протоколов. Ими зачитывались в уголовном розыске, подозревая во мне нового Шерлока Холмса. Но дед Тарас склонялся к мысли, что автор этих протоколов скорее Конан Дойль. На все операции я и Шестаков ходили вместе. Но я считал, что агент розыска всегда должен быть неузнаваем, даже для самых близких. Поэтому я широко пользовался остатками отцовского гардероба. Шестаков был лишен такой возможности. Все, чем располагал он, было на нем. Мобилизованные в милицию рабочие резко изменили обстановку в городе. Шайка червня металась в железном кольце и все дальше отступала к окраинам. У меня и Виктора Прокофьевича была заветная мечта поймать и уничтожить самого червня. Но червень был неуловим. Из города он ушел туда, где борьба казалась ему легче, на крученые сельские шлихи. Может быть, не встретиться нам с червнем, если бы не один случай. Созвал я вас, товарищи, по поручению УКОМа партии. В городе мы добились некоторых успехов, прижали хвоста всякой нечисти. А вот на селе нам пока что самим на горло наступают. Кулак попрятал в солому пулеметы и обрезы, зато пустил в ход самогон, спекуляцию, дезорганизацию революционного порядка и подкуп. В таком положении и простая кража кур, и взятка – это выстрел в спину трудовому народу. Понятно я выражаюсь? Понятно. А кто же лучше тебя скажет, дед Тарас? Ты у нас, что называется, трибун. Но это ты, Иван Николаевич, по старой дружбе переборщил. А, товарищи, с новой силой должны мы взяться за борьбу. Для этого, переходя в наступление –